Это ваше первое испытание, мистер Фишер. Джейми очень высоко отзывался о ваших талантах. Не заставляйте его выглядеть лжецом. Энрико будет контролировать операцию по радио. Выполняйте все ее приказы. В настоящий момент она гораздо более ценный сотрудник нашей организации, чем вы. Не забывайте об этом. Впрочем, я думаю, вы достаточно опытны, чтобы помнить об этом. Удачи! Слышишь меня? Объясни, что конкретно я здесь делаю? Я уже говорила. Угнать супертанкер. Откуда берется мое снаряжение? Слишком много вопросов. Похоже, у тебя незваные гости. Не бывает. Можно проломить его и затащить кого-нибудь под воду. Значит, мне нужно найти детонатор. Если они так расставляют взрывчатку, детонатор должен быть в лаге. Расшифруемся, конечно. Главное, чтобы помогло. Ой, тебе пора уходить. Смотри. Похоже, местные уже взбудоражились. Знаю. Хочу только знать, кто.
Дашь прикурить? Спасибо. Как мне все надоело. Ты, кстати, тоже мне надоел. Нет, серьезно, все молчишь. Постоять за себя не можешь. Возьмем хоть этот взрыв. Ах ты черт. Сигареты погасли. Можно я еще раз прикурю? Эй, вернись! Прикурить-то дай! Ну, это не чудо. Здесь ничего. Это разбито в дребезги. Я почти добрался до палубы. Все, теперь я за главного. Пора узнать, на что способен дружок Джейми. Кто командует? Приказ Эмиля. Так что не вякать. Теперь возьми достаточно наемников, чтобы наш друг Масуд мог захватить судно. Я скажу тебе, когда перестать. Не вижу смысла. Фишер, у меня на радаре несколько источников тепла. Так что заткнись и принимайся за работу. Я буду следить за тобой. Они отмечены на твоем радаре. Вечеринка продолжается. Вы уже починили? Да. Все равно не работает. Поднимайся назад. Нажми на кнопку еще раз. Вначале я заставлю эту... Эх! Привет. Сдаюсь. Однако твоя рука подбирается к пистолету. А-а-а, хватит, что ты хочешь знать? Расскажи про капитана. Пошел ты, бывший адмирал флота, но немного не в себе. Где он? На мостике.
сделай так, чтобы команда не смогла послать сигнал бедствия. Рубка. Точно. Антенны находятся на самом ее верху. Сможешь забраться туда и сломать их? Отлично! Осталось всего 9. Осталось 8. Что так долго? Заткнись. Пришло подтверждение от Эмиля. Команду нужно убрать. У тебя должен быть с собой фентанил. Распыли его у выходного отверстия трубы, и он распространится по всей рубке. Ищи трубы вентиляционной системы. Туда ты сможешь закачать фентанил. Почти готово, лейтенант! Положишь! Счастливая семерочка! Сэм, мы засекли твою позицию. Отличная работа. Что мне делать? Втирайся к ним в доверие. Твое прикрытие должно быть безупречным. Ламберт, они просят меня зачистить это место. Я знаю, знаю. Нашел вентиляционную систему. Выходи! Мы тебя слышим! Кто бы ты ни был! Давай выходи быстро, умник! Объявляю чрезвычайное положение. Командный состав погиб. Саперам спуститься в трюм. Похоже, наш приятель-капитан немного не в себе. Фишер, твой друг-капитан стал для нас обузой. Убери его, пока он не натворил дел. Похоже, он сбежал на нос корабля. Следуй за ним. Я иду за ним. Не будешь ли ты любезен? Сдавайся! Совсем не любезно. Слушай, капитан собирается потопить судно. Даже если мы сможем сбежать с корабля, мы все равно умрем снаружи. Так скажи, где найти его? В трюме. В машинном отделении. Устанавливает бомбы. Еще трое! Что ты возишься? Покажись!
Еще двое! Но наконец она закончена. Ишер, Масуд боится, что капитан собирается потопить судно. Поэтому ты должен покончить с ним, пока он не успел пустить танкер ко дну. После этого можешь уходить. Я иду за ним. Фишер, пора тебе уступить место другим людям. Корабль чист. Дай Масуду зеленый свет на высадку. На палубе тебя ждет вертолет. У нас есть дело в Шанхае. Ты срочно нужен там. Поторопись. Времени осталось уже немного. Не вижу смысла. Смысл есть, но тебе его знать не обязательно.